Полиция Кунгура напоминает, что на территории региона временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий. Согласно указу губернатора Пермского края, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на территории края временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий до 15 ноября. За нарушение режима ношения медицинских масок предусмотрена административная ответственность. Санкция статьи влечет наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции предостерегают граждан проведения несогласованных с органами местного самоуправления публичных мероприятий. В данном случае нарушители дополнительно будут привлечены к ответственности. Находясь в общественных местах, используйте индивидуальные средства защиты и соблюдайте социальную дистанцию. А также не забывайте о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. Полицейские призывают жителей Кунгура и Кунгурского района со всей серьезностью отнестись к соблюдению правил и помнить, что все принимаемые меры направлены исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан и их близких. Добавим, что за последние сутки в Пермском крае выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших с начала учета приближается к 14 тысячам.